Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамарачи, всех рад приветствовать в очередном видео прохождении. Нам нужно сейчас взять замок змеи, в котором у него тут денежка и все такое. Давайте сейчас посмотрим параметры игры, 90, никуда не годится, ставим на полтинник, потому что очень быстро, когда я взял только замок, на меня сразу же напали. Ой, не то делаю, ё-моё. Сразу же на меня напали и меня разбомбили. И это печально, мне это... вообще не понравилось. Сейчас мы все будем это исправлять. Ну, короче, как говорится, первый блин комом. Особенно, когда давно не играл в Stronghold и начинаешь как бы делать какие-то махинации, придумывать, ты потихонечку понимаешь, что неправильно ты что-то там придумал, твое решение было совершенно неправильным. И надо что-то как-то опять выдумывать, придумывать, чтобы выиграть миссию. Но здесь все просто. Я немножко затупил. Я думал, я сейчас быстренько закончу, но в итоге нет. Вот этих можно вообще людей не привлекать. Ну, кроме как арбалетчиков. Нам надо застроить вот это. Вот эту часть нам нужно застроить обязательно камнем. Потому что будут нападать и будут разбивать здесь все. И это плохо, очень плохо. Сейчас наши вот эти туннельщики, я не знаю, копальщики, сделают брешь в стене, мы с вами нападем и, естественно, быстренько одержим победу. Победу мы одержим быстро, а тут даже и думать нечего. Мы молодцы, очень молодцы. Мы пехота, вот эти ребята, они справятся на раз-два. Естественно, все это перейдет под наш контроль и будет все четко. Прошу прощения, как только садишься записывать, вот ты нужен всегда, вот знаете, это как закон подлости. Только ты собираешься заснять видос, что-то собираешься делать, сразу ты нужен. И это не только относится к видосам, это вообще к любому виду деятельности. Только вот надумал, все, сразу же ты нужен. Вот это вот меня всегда расстраивало и расстраивает. Ну, давайте, давайте, ребятки, быстрее, быстрее. Время, деньги. Разрушайте уже. Отлично, все, брешь они просадили. У нас остается один вот этот типок. Теперь мы берем полностью вот эту братву всю. И отправляем лупасить. Отправляем лупасить. А вот этих типков мы можем отправить вот сюда. Чтоб они у нас завалили вот этого парня, лучничков завалили. Ну, короче, все как положено, чтобы было красиво все. Блин, почему они идут пешком? А, во, побежали, наконец-таки. Силы экономят, наверное. Сейчас они тут быстро шороху наведут. Давайте, давайте, ребятки. Шороху надо навести. Так, тут мы шороху навели. Уходим в другое место, и тут тоже в другое. О! Парочка вон лучников осталось. Сюда их. Сюда. Почему они сами не атакуют, я не могу понять. Активная оборона, давайте, лупасьте всех. Странные ребятки. Ну, на то они и мы, и пехота. Знаете, думать много не нужно. Нужно чисто исполнять, что им сказали. Все, отлично. Этого мы завалили, все завалили. Замечательно. Арбалетчиков на стены. У нас есть также копейщики, арбалетчики. Их тоже всех мы... сюда. Мы захватили некоторое количество золота из запасов змеи, но этого все равно не хватит на выкуп. Недостающие мы должны добыть другим способом. Недостающие другим способом. Сейчас вообще как бы нужно нам дерево и всякая такая тема, поэтому еще несколько дровосеков. Нет свободных людей здесь разместить, милорд. И свободных людей нет. Так, есть, это мы делаем. Нам нужны деньги, поэтому налоги смело
Эль есть религия, продовольствие. Нам этого хватает, этого, это четко. Так, лучники, лучников на эти башни посадим. Мы, пехота, всех загоняем в башню. Обязательно отстраиваем стены, потому что сейчас нападанцы, которые будут нападать, они будут атаковать стены у нас. Поэтому отстраиваем стены очень хорошо. Теперь нам нужно вот здесь, а вот это как бы желательно все огородить. У нас, по-моему, появление столб, да, тут нигде нет. Поэтому это, эту всю ерунду мы можем в принципе огородить. Ну да, если грубо говоря так подумать, мы можем это сделать. Ну как-то вот, вот так. Отсюда они уже не пройдут. Все, замечательно. Эту стенку мы сделали, мы огородились, и проход даже тут у нас есть. Все, вот так вот. Бычок у нас там таскает. Давайте сразу же поставим башню. Вот так вот, чтоб люди проходили. Ох, теперь нам нужно огородить вот здесь. Зачем это все делается? Да это все очень просто. Чтобы на нас людишки, которые будут нападать, они на нас не напали. Давайте построим полей несколько штук. Это будет основная наша пища. Поля. Блин, много дерева уходит, но ничего страшного. Так, все, 15. Я думаю, столько нам хватит. Теперь обязательно мельницу. Мельницу надо строить где-то вот здесь. Можно даже, наверное... Не, ну 2 это 6 человек. Давайте 2, ладно, не будем жадничать. Построим 2 мельницы. Надо еще не забывать, что у нас есть начальные деньги, и нам надо... Нам надо построить, чтобы делали луки нам. Без лучников нам совершенно не прожить. Поэтому нам нужны... А вот и первые проблемы. Так, вот на вот эту башню посадим. На вот эту надо, короче, засадить нормально. Копейщики есть, они у нас будут ломать эти лестницы, которые будут нам ставить. Мы пехоту всю в замок. Без исключения. Ох, так. Вот знаете, вот, ребят, вот проработана вот настолько игра, когда можно посмотреть, вот кто что делает, знаете, вот это вот. А игра 2000-х годов, ну извините меня, это просто офигенно. Не знаю, мне это очень прям вот нравится, то, что игра таких как бы старых годов, но она сделана настолько на уровне. Сейчас таких стратегий вообще мало кто так делает. Ну блин, это реально кайф. Играешь и получаешь удовольствие. Вот именно вот ностальгия. Так, так, так. Стенку, стенку. Стенку на стенку. Строим стенку. Оттуда они никак не перейдут? Нет. Тут брода нет нигде. Нигде нет. Все. Здесь мы застроились, получается. Прям вот так вот. Не пожалеем этого камня дурацкого. Вообще желательно в два это строить. Но это будет чересчур. Давайте мы просто поставим башню. Башню, башню, башню. Ну, вот это нормальная башня. И сюда мы насадим тоже лучников, чтобы они гасили. Тем более мы сделали. Луки сейчас, вот они уже есть. Не хватает оружия, сэр. Ждем ваших приказов. На башню. Угу. У нас получается сейчас пшеница, у нас сейчас пойдет мука. Вон люди занимаются мясом, сыром. Все у нас отлично. Теперь нам нужно построить домики, которые будут у нас готовить хлеб. Ага, они будут брать муку, готовить хлеб и таскать это все дело в амбар. Амбар у нас здесь. Даже не знаю, как лучше это все дело разместить. Но давайте будем размещать как-то вот, вот так. У меня других идей, правда, нету. Пусть, знаете, в тесноте, да не в обиде, как говорится. Ничего страшного. Зато у нас будет сейчас очень неплохо идти еда, приток еды. А это круто. Это нам очень сильно поможет.
Но нам также надо не забывать и про оружие делать. Даже не знаю, что еще. Я думаю, чтоб еще не... А. Не хватает дерева. Хмеля у нас хватает, варить успевают. Вон люди бухают, им нравится, им они довольны. Довольны. Народ весьма почитает вас, милорд. Нет, не сильно они довольны. Покупают золото, сэр. Вот так. Народ весьма почитает вас, милорд. Религия снабжения элем меньше стала, потому что у нас охват населения меньше. Нам надо обязательно построить еще один трактир, тогда будет лучше. Но этим пока сейчас вообще заморачиваться не стоит, как я считаю. Лучше заняться обороноспособностью. Так, получается у нас параметры. Скорость надо увеличить. Увеличиваем немножечко скорость. У нас получается пекарня. Все тут у нас нормально. Еду делают, все делают. У нас есть крестьяне, три лучника. Можно сделать булавы, и мы сделаем еще 9 вот этих вот. Как их? Вот он работает, этот в мастерской делает. Не хватает оружия, сэр. Но я так скептически, если честно, к этому отношусь. Так, лучники. Я думаю, сюда они не прорвутся, поэтому лучше их на эту башню посадить, мое мнение. Потому что с этой стороны они не зайдут никак. Мы тут отстроились, застроились нормально. Так, дерево нам прибавилось. Я считаю, что нам нужно. Нужно. Это нельзя здесь разместить, милорд. Еще три Сэр, мы дома. обнаружили людей змеи. Что теперь делать? Так, змея. Тут главное не паниковать. Змея, ничего страшного в этом нет. Нам нужно поставить еще одну. Пусть добывает. Нам лишним не будет, так сказать. Блин, свет моргает, ребят. Что-то... Я понимаю, что на ноуте снимаю, но... Не хотелось бы, чтобы у меня электричество резко отключилось. Это будет не круто. Давайте еще вот так. Вот вообще чудесно. И думаю, парочку домов охотника. Не то слово. Но они нам, в принципе, ничего не сделают. Они будут отсюда нападать. У нас копейщики есть, лучников у нас много. Они все у нас заняты. Активная оборона мы выставляем, пусть стоят. Вот здесь у нас лучники. Два человека. Не хватает оружия, сэр. Милорд? Давайте мы их на вот эту башню еще посадим. Еще когда можно будет, знаете, строить огненную такую штучку, чтобы они огненными стрелами стреляли. Вообще классная фигня. Прям очень крутая. Вот, все, жара пошла. Блин, надо парочку сюда. Ребятки, завалите их! Успели лестницы? Есть! Успели лестницы убрать. Это хорошо, все. Лестницы убрать успели. Кого не... А, не домик там один мы убили. Ну, ничего страшного. Великолепно. Великолепно. Я еще, наверное, склоняюсь к тому, что надо еще парочку сделать копейщиков. Опять? Только что ж отбились. Ребята, это вы что-то вообще охренели, реально. Только отбились, опять атака. Но это уже наглость. А, ну это вот они, наверное, остатки, а может нет. Ну, давайте парочку копейщиков сюда. Как я понял, они тут останавливаются. Они мне даже не потрепали, получается, замок нисколько. Вот тут, по-моему, чуть-чуть что-то есть. И все. А здесь они вообще мне ничего не сделали нигде. Они просто тупо не Меня успели. говорят, что видели отряд змеи в этих краях. Вы куда? Ну, короче, пипец. Вот это плохо, реально.
Сейчас залезут на стены. И, возможно, кирдык баркик будет. Сваливайте этих. Ну все. А, ну хотя не до короля, возможно, хотят дойти, но не дойдут они до короля. Нас атакуют войска змеи. А, все, есть. Справились с горем пополам, но мы справились. Да, блин, серьезно, надо еще лучников строить. Но не только лучников, давайте еще одно здание копейщиков построим. Пусть они копии делают. Два даже здания. Они в амбар могут ложить еду или нет, я не пойму. Нет, не могут. Это плохо. Неудачно расположен амбар. Зараза. Ну ладно, ну так вот. И теперь мы сделаем лучников еще. Несколько штук. Пусть у нас будет много луков. Много луков. Надо, блин. Камень у нас тут, вот бычки возят. Камень можно продать. Еще вот железо у нас тут носят. Это тоже можно все продать. Не понял. А, опять нападение? А что за ерунда? Что-то часто стали нападать, вот серьезно. Вообще жесть какая-то. Да завалить. Во, надо поставить немножечко этих людей туда, а то как-то не то. Не то пальто. О, и те наконец-таки убежали. Лучников они, конечно, потрепали моих изрядно. Не хватает оружия, сэр. Но это ничего страшного. Сейчас мы заново засадим лучников и сделаем новую башня только маленькая. В деревнях говорят, что видели отряд змеи в этих краях. Еще один отряд змеи, блин. Сколько можно? Вот все-таки хорошо, что мы с вами застроились, сделали вот эти вот стенки, иначе бы вообще было печальненько все. Если честно. Можно немного схитрить, еще вот так стенку возвести, но это оно не нужно, короче, такую ерунду делать. Это так вот. Пустая трата времени и сил. А вот дополнительную вот так вот простроить. Желательно. Хотя, видите, они с лестницами бегут. Они типа умные, типа вот прошаренные. Опять. Мы не успеваем с вами строить лучников, строить, нанимать. У нас много еды. Мы можем ее немножко продать. Камня много, вот это можем продать. Нам надо 6000 денег, тогда мы с вами вывезем кипиш весь. Гляньте, сколько их бежит. Уроды. Не хватает оружия, сэр. Мы пехота. Так. Давай, давай. Парочку копейщиков. Вот сюда. Ну куда вот они побежали? Что видели отряд змеи в этих краях? Ну это просто дебилы, блин, реально. Взяли, выбежали. Давайте, чтобы вас там развалили. Вот эти вот правильно, в принципе, сделали, да. Но они же сейчас сдохнут из-за этого. Ну, вообще, конечно, это жесть. Ладно. Погибли и погибли. Ну, зато как герои погибли. Это сейчас будет еще отряд змеи нападать, потому что это мало. Не хватает оружия, сэр. Напало. Сейчас будет еще. Вот они все-таки завалили копейщиков. Все-таки эти, как их, скажите мне, арбалетчики, они очень сильные. Хотя бы потому, что у них броня есть, их трудно пробить. Но их единственный минус, это в том, что они... Куда вы пошли? Сюда, на крышу, ё-моё. Пассивная оборона.
Вот так вот тут сделаем все, пусть пассивно охраняют. Блин, хоть создавай еще, получается, делай луки. Что? Что еще делать? В деревнях говорят, что видели отряд змеи в этих краях. Лучников надо много. Но тогда они не смогут ложить на склад. Блин, постоянно какие-то проблемы. Будут обходить вот здесь, ничего страшного. Еще построим. Тут мы не можем, да, уже строить? Да. Мы уже вообще полностью тут все место забили. Ну, ничего страшного. Зато все с пользой. Так, люди у нас... Не пропустить главный момент, когда люди вообще у нас пропадут, а то будет все плохо. Давайте вот этих ребят на стены. Плохо, когда атакуют. Что могу сказать? Блин, надо ремонт. О, успел. Вот видите, они пока дойдут, пока не зарядятся. Вот это вот их единственный их минус. Но зато они могут, по-моему, лучника с одной стрелы загасить. Вот это вот у них плюс в этом. Но только в этом плюс. И все. Чё вы стоите, блин, дебилы? А вот эти вот, которые с лестницами, они вообще вата. Они на раз-два падают. А копейщики молодцы, они вон скидывают их и все. Лестниц нету, под стенами легли. И они нападают, только заметьте, только вот на эту сторону, только с этой стороны они все пытаются напасть. Я думаю, есть резон построить реально башню. Где мы ее можем воткнуть? А мы ее даже и воткнуть нигде не можем. Печально. Так бы она тут неплохо бы встала. Вот серьезно. И туда засадить еще людей. Ну ладно, воткнем сюда. А здесь мы подделаем. Нам не нужны разваленные стены. Все-таки я не хочу подохнуть. Еды гором. Гором валом. Лучники тоже вот идут. Сейчас мы их всех засадим на башне. Камня много, всего много, муки много. Нам надо 6000. Нам денег, конечно, не хватает. Хотя вот если мы еду прям продадим, все равно чуть-чуть нам вот не хватает. Камень. Короче, чуть-чуть нам не хватает по деньгам, и все. Кропалик прям, ребятки, кропалик. Ну, с вами гляньте, отстроили классную деревню, возродили полностью продовольствие, наладили поставку камня, поставку железа, сделали хорошие поля с пшеницей, наладили производство хлеба. У нас вообще все четко. Оборона так у нас вообще хорошая. Ну, это я сильно перегнул сказать, что вообще хорошая, но хорошая. Чтобы нас завалить, надо постараться. Да пусть атакуют, блин. Чё тут, чё бояться? Осталось нам заработать денег чуть-чуть. Сейчас мы заработаем. Еще, ну по 40. Видите, вот нам вот чуть-чуть нам не хватает. Еды вообще, децл. Все. Выиграли. Ну, пусть попробуют уничтожить. Мы золото увеличили. Я думаю, сейчас мы нападение отобьем, и мы... А, даже так. Победа. Ребята, всем огромное спасибо, кто посмотрел. Естественно, дальнейшие серии еще будут. Мы будем проходить игру до конца. Всем вам огромное спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и комментируйте. Чем больше комментариев, тем мне приятнее. Все, всем пока.